А еще в Украину заходит IKEA. Это хороший сигнал для других мировых брендов, так считает Петр Порошенко. Об этом президент заявил на встрече с исполнительным директором этой компании. IKEA откроет свой первый магазин в Украине уже в следующем году. Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4000 квадратных метров в столице. Петр Порошенко ожидает, что после этого мебельный гигант разместит собственное производство в нашей стране. Я думаю, що той інвестиційний бум, який на сьогоднішній день відбувається, є яскрава ознака довіри до України з боку світових інвесторів. І пан Стефан, я вітаю ваше рішення, яке прийнято дуже своєчасно, правильно. Хочу сказати, що ви маєте підтримку українського президента і українського уряду. Благодарю вас, господин президент, за эту возможность встретиться. Мы верим, что Украина – важная европейская страна, и видим, что это правильный момент для IKEA находиться здесь. Нас интересует бизнес-климат, возможности для нашей компании, и наша главная задача – сделать повседневную жизнь людей лучше.